Удалили статью и извинились. Таблоид Daily Mail стер публикацию про Меланию Трамп. Ну, ту самую, где журналист рассказывает о темном прошлом супруги миллиардера. По данным СМИ, Мелания была не простой моделью, а оказывала эскорт-услуги. И именно по работе познакомилась с Дональдом Трампом. Эти сведения сначала появились в прессе на родине Мелании, в Словении. Затем их перепечатали американские СМИ. Кандидатка на роль первой леди США обиделась и подала иск о защите чести и достоинства. «Я не работала проституткой», — говорит разгневанная модель, — и требует компенсацию в 150 миллионов долларов. Уже подан иск. В ответ таблоид Daily Mail удалил статью и выпустил заявление. «Мы не хотели опорочить Меланию», — говорят, — «и вообще произошло недопоминание, недопонимание». Другие газеты поменьше тоже удалили статьи, но с них миссис Трамп пока денег не требовала. Тем временем подоспела новая якобы сенсация уже про самого Дональда Трампа. Wall Street Journal пишет, что кандидат в президенты США от республиканской партии в прошлом имел регулярные деловые контакты с людьми из мира американской организованной преступности. По сведениям издания, миллиардер имел дела с мошенниками и мафиозниками.